Всем привет, с вами Стив Про. С вами покажем плагин, который управляет магазин на сервере Pocket Mini. Так вот нагружает сервер. Вот у нас уже загрузился сервер, вот мы появились на нем. Так, сейчас я выключу другой вид. Так, вот включу интерфейс, вот я уже включил. Так, давайте сейчас я сломаю блок, и мы перейдем в портал. Так, это не портал. Так, это тоже не портал, вот. Это портал, давайте перейдем в город. Так, вот мы появились в город, давайте зайдем в магазин, я вам все покажу. Так. Вот так выглядит магазин. Для этого нужно взять табличку. Табличку. А, так, давайте я лучше напишу тут. Нужно написать сначала чоп по-английски. Дальше идет деньги. Сколько хотите, чтобы стоило. У меня будет стоить, допустим, 3. Так как денег у меня мало. И дальше идет ID. И дальше идет количество. Так, ой, я неправильно написал количество. Сейчас я сделаю заново. Так, чоп. 2. 1. Так, 1. Так. Вот мы купили блок. Вот как видите, он появился. Ну, такой мод. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.